Здорово, дружище, с тобой Кинавыч. Сегодня я покажу тебе, как ты можешь залутать тросомет в самом начале игры. Данный способ был обнаружен игроком с ником Farket. Итак, когда начинается игра, мы подбираем сумку с экстренными припасами, берем оттуда топор, и после этого нам нужно нарубить 18 палок. После того, как мы это сделали, бежим в том направлении. По пути ты можешь собрать недостающих палок. Итак, мы прибежали к выходу из пещеры, где лежит тросомет. Если ты там уже был, ты знаешь, что там очень много мутантов, но нам они не помешают. Итак, заходим в пещеру и строим скворечник прямо на стене. Снимаем его на букву С и бежим вперед. Впереди будут близнецы, просто их игнорируй. Когда ты добежишь до этого света и огромной комнаты, просто беги вперед и поставь скворечник туда, где и я. После этого забирайся по стене, прыгни на скворечник и опять наверх. И тут ты увидишь тросомет. По этому тросу ты можешь вернуться обратно. 100% этот баг уберут в ближайшем обновлении, поэтому пока этого не сделали, можешь повеселиться и попробовать пробежать. Если же ты только начал игру, страдать такой фигней я тебе не советую. Тебе так или иначе потребуется и акваланг, и лопата. А пока что все, с тобой был Акинавыч, увидимся, пока-пока.